Зеленую жидкость в Чебоксарскую речку Сугутку сливает неизвестное предприятие. Видео появилось вчера в Инстаграме на странице InstaCheb201. Автор видеоролика предполагает, что загрязненную воду может сливать автомойка, которая находится недалеко от Сугутского моста. Зеленая вода стекает по канализации со стороны Гражданского кольца. Этим происшествием занялась прокуратура. Прокуратура Московского района города Чебоксары в ходе мониторинга сети интернет выявила информация, в которой содержалось сведения о возможном загрязнении реки Сугутка непосредственно около Сугутского моста в городе Чебоксары. По данному факту прокуратура района инициировано проверяющее мероприятие. Привлечены к проверке сотрудники иных контролирующих органов. Если данная информация получит свое подтверждение, то будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, которые будут направлены на устранение выявленных нарушений.